Видите, как уютненько. Ну, это все старые древние эффекты. Арка. Арка это всегда как-то радует душу, успокаивает. Вот сейчас посмотрим, кто у нас. Это скорая. Меня всегда занимал вопрос, когда скорая сбивает человека. Скорая помощь сбила человека. С одной стороны, неплохо. Тут же и помогут. Но с другой стороны, все-таки нелепо, согласитесь. А они так ездят, что бывает. С одной стороны, когда надо, их не дождешься. А так носятся, как угорелые. Чепелёво, друзья. Ну, видите, какое синее окно. Чепелёво, Подмосковье, старое Симферопольское шоссе. Ролик ни о чем. Ну, может, о чем-то. Я не знаю. Это правда, не мне судить. Вот дата. Время. Кнопочный телефон. Все. Все как надо. Ну, молчу, нечего сказать. Да. Кот. Значит, думаю, все-таки это бесплатно ему этот номер достался или... Но все-таки он его купил.